Та самая рыба Камчатского края впервые и в Нефтеюганске. Эта ярмарка – отличная возможность подготовиться к предстоящим новогодним праздникам. Дальневосточные деликатесы станут настоящим украшением любого стола. Рыба у них всегда очень вкусная. Постоянно берем чевычи. У них очень вкусный слабосоленый чевыч. Невероятно богатый выбор. Нежнейший марлин, царская рыба-белорыбица, зубатка, семга, нерка, тунец и палтус. Всего на прилавках Нефтеюганска более 20 наименований вкуснейшей рыбы. Слабосоленой и соленой, горячего и холодного копчения. Рецептура приготовления деликатесов фирменная, камчатская. На выставке можно приобрести и вкуснейшую малосольную икру, в том числе черную. Осетровая и икра стерляди. Чем полезна данная икра? В ней очень много аминокислот, в ней очень много йода. Приходите, мы вас очень ждем. За свежими и невероятно вкусными деликатесами жителей и гостей Нефтеюганска ждут с 15 по 18 декабря в торговом центре «Купец», первый этаж, 10-й микрорайон, строение 19.